Здравствуйте, мои хорошие! Приглашаю вас на индивидуальные занятия ко мне на постановке танцев. Сегодня, допустим, был экстренный урок. Как пример, за 60 минут была задача растанцевать людей. Да, что я сделала? Я, во-первых, раскрыла их потенциал, показала им их плюсы, что они могут сделать уже на основании того, что им дает тело, и опыт жизненный, дала несколько движений, которые они практиковали и использовали, учились применять, сняла страхи, придала уверенность, чтобы чувствовали себя спокойно, радостно в любой ситуации. Потому что там еще живая музыка, то есть музыка, под которую мы репетировали, она не соответствует на 100%. Да? То есть моя задача была такова, которую я перечислила. И я уверена, что я людям помогла.